Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Мы находимся в отеле Ритач. Но очень много я видео делаю именно про наш отель Ритач, потому что я живу в нем, работаю с этим отелем и с руководством. И мы здесь живем с братьями. То есть здесь сделали такой режим хостел. Хостел — это что за каждую койку платят братья и живут. Приезжают ребята на месяц, на два месяца братья приехали, альхамдулиллях. Итак, сейчас я получил ключи, 721 номер, и проследую туда. Проследую туда для того, чтобы заселиться. Мы сегодня туда переселяемся. Мы здесь хитрим по-своему. Каждые 5 дней я беру новый номер. Новый номер, новый чистый номер. Неохота, чтобы туда кто-то приходил и убирался тут. Кого-то надо ловить. Но теперь я договорился с директором, сказал: дайте мне хорошую комнату. Вот она, 721. На каждом этаже есть свит. Называется свит. Сейчас мы зайдем туда, где мы будем проживать. Вот в этой комнате. Ага. Так, здесь что? Здесь кухня. Зеркало огромное. Сейчас посмотрим, что здесь такое есть. Так. Это ключ втыкается, свет загорается. Итак, вот эта комната. Так, здесь, ну, как обычно, холодильник должен быть в наличии. Так, шкафы, полки, посуда. Сюда можно будет все складывать, это очень хорошо. Здесь вещи можно. Здесь холодильничек. Все, продукты. Так, чайник, майник, кружки, мружки. И смотрите, что здесь есть. То есть здесь можно сидеть спокойно, отдыхать можно здесь. Вот это я понимаю, вот это называется королевский номерок, свит, где мы будем здесь с братьями уже. Вот здесь я уже готов жить месяцами, месяцами жить, наслаждаться. То есть можно арендовать комнату и спокойно здесь, даже хоть здесь раскладывай диван, отдыхай, спи. У тебя вот есть целая комната для приема гостей, для решения каких-то вопросов, для проведения уроков, смотрите как. Все, вот здесь ты разговариваешь, делаешь свои дела, за компьютером сидишь, розетки в довольстве, все есть. Достаточно этих розеток, там, вижу. Так, зарядки телефонов, все есть, здесь тоже розетка есть. Отлично, прихожка, четкая прихожка, альхамдулиллях, кондиционирование. Централизованная маркизи. Здесь уже можешь. Обычно мы делаем 25, чтобы не мерзнуть. Так, далее. Ну и далее. Комната сама, спальня, да? То есть братья уже будут здесь отдыхать спокойно. Здесь она, ее можно, эту комнату сделать пятиместной. Пятиместной. То есть поставить здесь еще дополнительную кровать. Вот здесь обычно ставится. Во время хаджа, конечно, здесь все так и делают за каждую кровать, потому что очень хорошие деньги можно заработать. Но факт, что вот эта вот комната, смотрите как, отличный вариант. Как я долго ждал эту комнату. Шкафы, смотрите какие серьезные шкафы. Ну-ка, ну отель действительно четырехзвездочный, даже смотрите, утюг, гладильная доска, вешалки, это. Здесь можно сидеть, наслаждаться, свет имеется, потом у каждого еще свой светильничек. Кто-то, например, ночью любит читать, у вас много ребят, братьев приезжают, которые со своими книгами сидят по ночам, читают книги. Но я вам скажу, это просто милость Аллаха, очень сильная милость Аллаха. И смотрите, окно на всю стену. Ну, давайте посмотрим, что же здесь нам открывается. Какой видок. Какой вид нам открывается здесь. Естественно. Ага, здесь выход на гору. Выход на гору, да? Здесь выход на гору. Это значит, мы с той стороны. Ябль.